Друзья, всем привет! Это у нас Хорватия. Хорватия, город Загреб. Загреб. И вот нахожусь на самой известной площади. И вот это вот здание сзади меня, самое известное. На крыше. Крыша вся сделана из мозаики. И на нем, на крыше на этой, два герба. Очень красиво. Ну, вот я сейчас вам покажу всю здесь площадь. Всю площадь. Но главной достопримечательностью вообще в Загребе является кладбище. И они везде там проставлены. Кладбище такое. И все люди даже пишут в отзывах, что не хотели с этих кладбищ ходить. Скажу сразу, ни на какие кладбища я не пойду. Вот. Снял здесь вот это здание. Сейчас еще сверху тут видно весь город. Но кладбище не это перебор. Для русского кладбище и в Загребе кладбище. Даже вот Загреб как бы о загробной жизни, вроде даже так это. Название даже напоминает синонимы, можно сказать. В общем, друзья, а так вообще, город очень красивый. Нахожусь сейчас в старой части. Сюда можно приезжать отдыхать, все очень дешево.